Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю перец в домашних условиях, то есть на подоконнике. Для этого я посуду взял чуть больше 2 литров объемом, грунт насыпал с огорода. Ну, традиционно я беру с огорода нормальный это грунт. И немножечко оставил бортик, так как она потом, растение будет вытягиваться, можно было место, чтобы куда окучивать. Семена у меня вот купленные, называется перец сладкий, яркие лучи. Сейчас посмотрим, что нам положили продавцы, это производители. Именно вот такие, ну, очень мелкие, но обнадеживающие. Но при этом в любом случае я посажу страховочно. Ну, тут на этой посуде я оставлю в конечном итоге одного, но страховочно я посажу штук 3. Глубиной сделаю 1,5 сантиметра. И этого должно быть достаточно. Так, размешаем семена. И все, немножечко небольшая утрамбовка. Поливать сейчас в данный момент не буду, земля влажная, пока достаточно. Но потом же при необходимости обязательно полью. Ну все, поставлю на подоконник с солнечной стороны. Это обязательно. Ну и подождем всходов. Прошло 10 дней после посадки перца. Буквально 2 дня назад вот этот только начал показываться. Вчера это начал показываться. И этот третий. Ну, третий как-то почему-то загнулся. Ну, ничего страшного, в конечном итоге. В любом случае останется тут один. Ну, а так, вид обнадеживающий. Главное, что начало есть. Подождем же дальнейшего роста. Ясное дело, что увлажнять не забыться. И траву, вот уже трава пошла. Травы пропалывать. Прошел месяц, как взошел перец. Вот смотрите, какой он. За это время, что единственное я делал, поддерживал водный баланс и второй этот, пересадил перец, чтобы более роскошно было расти. Ну, растет, конечно, медленно, но уверенно. Смотрю, что хорошо чувствует себя. Ну, уже буду дальше ухаживать. Мы посмотрим, что дальше будет. Еще 2 недели роста, и наш перец вот какой стал. Уже цветочки, бутоны появились, и цветочки уже несколько штук есть. Ну, за это время единственное, что я делал, поддерживал водный баланс и немножечко окучивал. Ну, то есть подсыпал грунтом, чтобы более так это корни лучше развивались. Ну, а дальше опять же также поддерживать водный баланс. Ну, трава не растет, слава богу. Ну и ждать, я думаю, что скорейшего урожая. Прошло чуть больше месяца после начала цветения. Вот теперь смотрите, какие у нас результаты. Уже стручки перчика. Некоторые при желании можно отламывать и использовать на пищу. Ну или подождать, чтобы они выросли крупнее и покраснели. Ну и в дальнейшем вот еще и цветочки есть, и будут урожай. Ну и того, за 3 месяца мы добились такого успеха. Ну на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем успехов. До следующих видео.